Ну, бесконечный, потому что очень часто приоритет давался процессу, а не его результату. Если ты озабочен больше самим процессом, А что вы имеете в виду процессом? Просто переговоры, нравится нам переговоры. существование вот такого статус-кво? Процесс как переговоры, как подписание всякого рода документов. И да, не в последнюю очередь, процесс существования Приднестровья в его нынешней форме, непризнанной, которая устраивает очень многих людей В Кишиневе в том в числе? Кишиневе в том числе, конечно. До сих пор? У нас же власть поменялась, вроде бы должно было что-то измениться или нет? Ну, смотрите, отмывание денег, допустим, ну, в качестве примера, не может иметь место исключительно силами злоумышленников, которые деньги отмывают. То есть это невозможно без сообщника из банковской сферы, который работает в банке. То есть также контрабанда тоже сама по себе, невозможно ее осуществлять в серьезных масштабах, в тех масштабах, которые, например, имеют место в Приднестровье, там просто под покровом ночи там на УАЗике перевезти что-то там. То есть это все тоже есть, но это не те объемы, которые генерируют те деньги, которые поддерживают Приднестровье на плаву. Когда это все в промышленных масштабах, без, скажем так, поддержки и прикрытия со стороны людей, облеченных властью, этого не происходит. Это не может. Просто невозможно в таких объемах. Ты А просто в по промышленных ночам небольшим масштабах вы партиям. имеете в виду просто, что это большие масштабы контрабанды? Или вы имеете в виду, что в этом заняты и промышленность, да, которая существует на Нет, левом берегу? большие объемы, я Ага, имею в что я виду. То просто... есть промышленность как? Промышленность, которая в Приднестровье, которая не подстроилась под требования законодательства Республики Молдова, которые соответствуют международным требованиям в этой сфере, его просто уже нету. То есть процесс легализации приднестровского бизнеса и внешней торговли это еще в 2001 году началось, и процесс этот 5 лет интенсивно двигалась, нарабатывалась нормативная база, которая бы создала условия для работы этих предприятий. И вот после То есть 2005-2006 реинтеграция так или иначе года, происходит. конечно, происходит.